Всем привет! Сегодня мы продолжаем проходить игру «Растения против зомби», и у нас на очереди бонусная миссия «Пиньята». У нас продолжается рекламная миссия «Пиньята» и начинается уровень. Мы сейчас получаем первое растение, это денделиан. В количестве несколько штук. И появляются также первые зомби. Денделиан — это, конечно же, замечательно, но это, скажем так, будет неполный комплект без вентилятора. Я надеюсь, что скоро мы его также увидим. А помимо одуванчика мы сейчас получили орех, прокачанный Зенгардене, и также ледяной салат. У зомби с первых секунд сейчас появляются такие мелкие гоблины с компании Dark Ages, потом птица и мумия. А в принципе, противники проходимые, я бы сказал, даже очень. Так что, думаю, никаких у нас проблем в этой миссии также не будет. А мы сейчас получаем плант. И на нас надвигается большая волна. Пока что вентилятора не видно. Мы бы сейчас, если бы он появился, надули бы такой вот большой урожай семян в сторону зомби. Особенно это было бы актуально в адрес мумии, потому что очень такой крепкий орех. И его разбить эту желтую оболочку очень тяжело. Но вот сейчас получаем вентилятор. И наконец-то закрыли брешь. У нас такой образовался ряд, граница, состоящая из орехов в броне. Более того, мы еще вновь получаем один орех. Так что граница полностью на замке. Получаем сейчас вновь плант и вентилятор. В принципе, даже если бы у нас не было вентиляторов, то даже при наличии планта мы очень бы замечательно справились со всеми зомби. Связки плант и денделиан тоже мне очень нравится. Ну, безусловно, что плант будет посильнее, однако мы плант не всегда получаем очень часто. Ну а вентилятор, особенно в таких обычных миссиях, где мы можем выбирать вооружение, мы можем всегда его посадить. Он, во-первых, стоит 50 монет, ну и во-вторых, возобновляется очень быстро. Ну и справедливости ради, можно сказать, что урон, наносимый такая вот связка вентилятор и денделиан, поменьше, чем с плантом и денделиан. А мы сейчас используем плант для одуванчика. Опустошили весь наш запас, потому что это уже финальная волна и смысла копить нет никакого. Сейчас зачищаем поле от зомби последних. У нас осталась мумия на первой линии, которую мы также ликвидировали. Проходим данную миссию, после чего посмотрим, какие у нас есть призы. Итак, у нас в первом подарке деньги, во втором сдув с поля и в третьем алмазы. На этом будем прощаться, подписывайтесь, комментируйте, до новых встреч, пока!